День географа в России отмечают в августе. Официально праздник утвердили в 2019 году по инициативе Русского географического общества. Сотрудники Центра внешкольной работы решили не отходить от традиций и провели на дворовой летней площадке мероприятие, посвященное этой дате. Про географа – это на расширение кругозора, чтобы ребята вспомнили немножко школьные какие-то знания, проверили их. Плюс всегда присутствует спортивный азарт на таких мероприятиях. То есть конкурсный момент добавляет интереса к игре, и потом самые лучшие получают призы. На празднике ребята смогли попробовать себя в роли юных географов. Они отгадывали загадки, расшифровывали скороговорки по эмодзи, рисовали мелом природу на асфальте. То, что мы сегодня нарисовали на асфальте, я нарисовал солнышко, домик, человечка, собачку и деревья. Сегодня мы играли в настольные игры, рисовали, много играли, нам было очень весело. Мы играли в Уно и играли в Джем. Каждая встреча по-своему уникальна. Организаторы стараются увлечь ребят чем-то новым и познакомить их с интересными праздниками. Также на площадке ребята играют с мячом в спортивные игры. Встречи на Казамазова-10 проходят каждый день с 15 до 18 часов. Эта неделя будет завершающей. На ней организаторы подведут итоги летних каникул и наградят самых активных ребят.